Всем привет, с вами Кас. На этом видео у нас китайский магнитофон. Данный магнитофон получил короткое замыкание, заметьте, на красный провод. То есть на штекер, на нем красный провод вот так вот сплавился. И именно имеется в виду изоляция. Получилось короткое замыкание, соответственно, сейчас мафон не работает. Что же по мафону? Если на мафоне посмотреть, то взбух данный конденсатор. Нужно будет посмотреть на входные стабилитроны и все остальное, если здесь замыкание. Также нужно будет на управляющую часть посмотреть. Здесь часть усилительная, то есть для усиления звука, а здесь управляющая. Данный магнитофон на данный момент воняет запахом перегара схемы. Ну, после замыкания обычно как воняет любая схема. Снимаем шлейф. Итак, сняли шлейф, также и здесь снимаем шлейф. Пока что просто проверим на замыкание, чтобы ничего лишнего здесь не натворить. Провод здесь, в принципе, еще пригоден для использования. Обычно здесь желтый и красный вместе подключаются к плюсовому проводу. Черный подключается к минусу, остальные у нас идут, кроме синего, это звуки. Итак, включаем мультиметр в режим диодной прозвонки. Посмотрим на то, работоспособным ли остался у нас предохранитель. Странно, что при такой нагрузке у нас остался работоспособным предохранитель. Как видим, странно, да? Такое замыкание произошло, при этом предохранитель целым остался. Ну, правда, предохранитель стоит на желтом. Итак, на данный момент сейчас соединяем и желтый, и красный провод. Черный провод не имеет проводов, так сказать, поэтому оголяем изоляцию с помощью инструмента. Побольше провода нам нужно оголенной. Вот. Теперь все это подключаем к магнитофону. Итак, при подключении ЛБП к магнитофону происходит короткое замыкание. То есть ЛБП об этом сигналит. Я думаю, что вы слышите звуки. Давайте глянем на ЛБП. Итак, вот 12 вольт. Я касаюсь сейчас магнитофона. Я думаю, что вы сейчас видели короткое замыкание, поэтому данное замыкание нужно будет сейчас найти. Разберем здесь все, что ненужное. Итак, я только что заметил то, что данную плату, оказывается, уже делали, то есть данный мафон. Данный усилитель уже паяли, вот посмотрите на следы пайки. Скорее всего, данный усилитель у нас вышел из строя, уже его нужно менять. Данный усилитель называется ST-TDA-73888. Вот такое вот название имеет усилитель. Конденсатор вот в таком вот состоянии, взбухнутом, поменять нужно. Итак, сейчас подсоединим данный кабель. Поставим вытяжку поближе. А то у меня все воняет здесь. Поставили вытяжку. И сейчас подключим данную системку к ЛБП и посмотрим, что у нас нагревается, при этом уменьшим ток. Ток потребления у нас в пределах ампера сейчас идет, и попробуем почувствовать, что же нагревается. Вот такое вот потребление идет, можно ток немножко увеличить, чтобы почувствовать, какой нагрев, то есть какой элемент греется. Так как при 2 вольтах и 2 ампера это обычно мало, надо побольше давать, чтобы найти нагревание. Итак, вот 2,44 вольта и 2 ампера нагревается вот данный усилитель. Вот я капнул спирта, посмотрите, спирт испаряется быстро. Вот видите? Вот так вот сделаем, видите? Как испаряется. Сейчас я его отпаяю и посмотрим, будет ли еще замыкание. Плату подцепил с помощью третьей руки. И теперь сейчас я буду нагревать эту часть и снимем сам усилитель. При этом ставим на вытяжке, потому что здесь очень воняет перегаром микросхемы. Температура на фене у меня на данный момент составляет 306 градусов. Поток воздуха минимальный. Я на фене поставил 330 градусов. При этом данный усилитель не отпаивается. Это говорит о том, что здесь припой слишком высокого температурного плавления. Для того, чтобы уменьшить риск взбухивания текстолита, надо пропаять это все с помощью сплава розе или с помощью припоя для реболинга. У меня вот такая вот паста есть, механик.
очень хорошая паста, и при низких температурах она плавится. Поэтому я сейчас ее добавлю и пропаяю паяльником все контакты. Вот припой, я сейчас с помощью шприца его надавливаю. Вот, надавил, теперь паяльником пропаиваем. Итак, после пропайки я поставил на фене 330 градусов, и теперь снова пытаемся отпаять. Отпаяли данную микросхемку, сейчас здесь надо будет почистить и посмотрим, будет ли еще короткое замыкание. Заметьте, вот здесь даже видно от короткого замыкания, текстолит аж потерял маску, текстолит немножко выгорел. Итак, теперь добавляем немножко спирта и все это зачищаем сейчас. Ну и после очистки выглядит все это вот так, не супер чисто, но все, что смог, сделал. Я еще отпаяю данный конденсатор, потому что от него толка уже нет. Отпаивается следующим образом. И пошло. Одну ножку отпаяли и гнем в эту сторону. Как отпаивать подобные конденсаторы, я уже показывал на своем канале. Если кто не смотрел, посмотрите. Ссылка будет в описании. Если я не поставлю и забуду, напомните, я поставлю. Ну и теперь проверяем короткое замыкание. Подключаемся к ЛБП. Так. Все, короткое замыкание исчезло. ЛБП больше не ругается. Вот, смотрите, я подсоединился. Все подсоединено. При этом ЛБП не ругается. Итак, я подсоединил сейчас данную усилительную схему с управляющей. И смотрите. Магнитофон работает. Магнитофон работает. И вот я сейчас даже звук увеличиваю. То есть управляющая плата рабочая осталась. Она не повреждена. Итак, я приобрел запчасти. А именно конденсатор. Вот, пожалуйста. 16 вольт на 2200 микрофарад. Также вот, пожалуйста, приобрел усилитель. Данный стоял на самом магнитофоне. Данным сейчас будем припаивать. Итак, после того, как мы почистили место посадки, теперь добавляем спирт на ватную палочку и на место, где сейчас будем зачищать это все. И делаем зачистку. Теперь с обратной стороны. Вот так вот получается. Ну и теперь вставляем сам усилитель на это место, которым будем сажать его. И нужно будет по высоте отрегулировать. Это нужно для того, чтобы потом можно было закрутить. Ведь данная вещь закручивается к радиатору вот здесь. Вот, чтобы можно было ровно закрутить. Вот сюда она вкручивается. Имеется в виду усилитель. Исходя из этого, мы должны сейчас вот так вот подставить и вот сюда закрутить какой-нибудь саморез, который здесь должен быть. Все, закрутил. Теперь выравниваем по плате, как она приблизительно должна сидеть. Вставляем микросхему. Вот так вот вставили. Чуть-чуть надо повыше. Закручиваем два винта. С этой стороны нужно будет вот так вот придержать и закрутить два винта. Так, для этого уже будем использовать отвертку. Делается для того, чтобы выровнять микросхему относительно места посадки. Вот. Все, выровняли, теперь запаиваем. Итак, вот оно место пайки, теперь запаиваем. Добавляем флюс немножечко на каждый контакт. Ну и теперь берем вот такое вот проволочное олово. Вот таким вот образом запаиваем. Итак, теперь вставляем конденсатор. Я все это запаял, сейчас почистим. Конденсатор вставляем так, как здесь разрисовано, здесь плюсик нарисовано.
Ну, обычно, где сторона закрашенная, это минус. Минус на конденсаторе, вот она, линия такая, это минус. Другая же сторона не закрашена, она есть плюс. То есть вот та ножка, которая длиннее, это в новых конденсаторах, это плюс. Та ножка, которая короче, это минус. Ну и в общем, минус ставим на сторону закрашенной и вставляем вниз. Вот таким вот образом. Все, запаяли. Это результат пайки. Все отлично. Теперь нужно проверить на замыкание. И надеюсь, не будет короткого замыкания. Подключаемся. Нет, нету замыкания. Все, теперь нету замыкания. Вот ЛБП. Никаких реакций на замыкание. Все нормально. Итак, вот включили мы сейчас магнитофон. 12 вольт выставили. И подсоединили к таким вот динамикам. Сейчас, я думаю, что вы слышите гул. И я сейчас подставлю флешку. Других вариантов у меня нет для проверки. Так, включаем мафон. Так, я не подсоединил один щуп. Итак, пошло. Радио. Мод. USB. Уменьшил звук, увеличиваю. AUX. Bluetooth. Радио. Все. На этом можно завершить видео. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.